поезд, в купе три девушки болтают о том, каких мужчин они желают. Ах, а в это время их рассказы про мужчин на верхней полке молча слушает грузин. Одна сказала, что ей нравится спортсмен, другой делец, ну а третий офицер. Но тут грузин спустился и промолвил вдруг: я мастер спорта, подполковник Чингачгук. Червячок проснулся и около мамочки свернулся. Мам, а где наш папа? Ему что-то не видать. И отвечал сыну червячок: да мать, но папа наглый, безответственный червяк. Ему друзья не так дороже, чем семья. Сегодня утром к папе кто-то приходил, он на рыбалку с мужиками угодил. Бобочка! Так, подождите, подождите, я запросил без политических. Есть какой-то другой мюзикл? Ну, есть. Нейтральная. Вы что ждете, скажем, не Боти? Боти, конечно. Поехали.